Улыбки, забота и добрые слова – их можно дарить в любое время. Всем привет! Я Александра Кудряшкина, и сегодня расскажу о погоде на среду 22 сентября. По северным районам днем плюс 8, переменная облачность и возможен дождь. Ночью всего плюс 2, и порывы ветра до 8 метров в секунду. По югу днем плюс 13, с дождем. Небо будет пасмурным, ночью до плюс 3. В Улан-Удэ днем 22 сентября плюс 14, без осадков и мало облачно. Ночью 4 градуса выше нуля. Согревайтесь не только горячим чаем, но и любовью своих близких.